Я сюда пришла с целью найти документы, которые бы подтверждали пребывание в эвакуации во время Великой Отечественной войны моих родственников. Я знаю, что бабушка и мама были эвакуированы из Москвы в Кемерово. Ну, сын рассматривает, кстати, такую возможность, да, мужчинка, для себя. И я тоже. Если он решится эмигрировать, то и я, конечно, тоже уже. Это мой дед, это моя бабушка. Это опять деда. Она прошла след, у нее был номер. Единственный, кто выжил раньше. Интересно. Мой прадед, это моя прабабка со стороны деда. Вот. Очень много обращений от там, женщин 50-60 лет, которые беспокоятся о том, что их 20-25-летние сыновья попадут в армию. Это